Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня самый везучий человек на планете Земля, у которого до сих пор нету керамбита, будет открывать кейсы. Ребята, я надеюсь на то, что вы поставили лайк, также подписались на мой канал, потому что если поставили лайк и подписались, то вы очень-очень хороший человек. Ну что ж, можете мне пожелать удачи, и я думаю, что уже пора открывать кейсы. Ребята, как обычно, немножко волнуюсь, но все-таки надеюсь на то, что сегодня удача мне улыбнется. Ну что ж, пора, ребят, пора открывать наш секретный кейс в надежде на то, что нам выпадет или керамбит, или good knife, надеюсь. Ну или хотя бы что-то нормальное, ладно, хотя бы какой-то нормальный скин выпал бы на нож. Все, поехали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, и нам выпадает момент истины. Пожалуйста, что-то нормальное, что-то нормальное, что-то нормальное, что-то нормальное. Блин, когда я говорил что-то нормальное, я не имел в виду... Еще один скин на оружие Скар. Не, я, конечно, все понимаю. Я, конечно, извиняюсь, но, ребята, у меня уже этих скинов просто полная коллекция. Давайте посмотрим. Оружие Скар. Хоть я его даже не покупал, вдумайтесь, да, я оружие не покупал, но скинов у меня уже вот тут просто. Давайте посмотрим. Так, оружие Скар. Где это мое любимое? Вот мое любимое оружие, ребят, смотрите. Я его не покупал, но какие скины у меня уже есть. Так, так, так. Это платные скины, они не в счет. Раз скин, два скин. Три скин, четыре скин, пять скин. Ну, пять скинов, ребят, да? Ну, я думаю, что это неплохо. Пять скинов, учитывая то, что я с этим оружием ни разу в жизни не играл. Ладно, давайте дальше открывать кейсы. Это такое было небольшое лирическое отступление. Все, поехали. Керамбитик, иди ко мне, я жду тебя. Или Good Knife. Было бы неплохо, да, ребят? Это новая секретка, Good Knife. Я был бы очень рад, если бы она мне выпала, но куда мне до нормальных секреток? Куда мне до нормальных оружий? Зачем мне, ребят, вообще нормальные скины? Вот я не понимаю, да? Зачем мне нормальные скины, если мне может выпадать полная лажа? Да, вообще, класс. Зашибись. Просто мечта моего детства. Всегда мечтал, чтобы мне выпал такой крутой скин. Идемте дальше. И мне выпадает... Ну, керамбитик. Ну, пожалуйста, где мой керамбит? Ну... Ну, так и мне выпадает. Ну, кто бы сомневался, выпадает еще один мега крутой и мега опупительный скин на оружие АА-12. Если я не ошибаюсь, это новое оружие. Но, ребята, у меня уже на это оружие, вдумайтесь, 4 скина. То есть, чтобы вы понимали, я вчера тоже записывал видео, но мне выпала полная лажа, и поэтому я решил то видео не выкладывать. Но сегодня я решил обратно задонатить еще денежек, и, возможно, в этот раз мне выпадет что-то нормальное. Но нет, мне выпадает очередной скин на оружие АА-12. Идемте далее. И что же мне выпадет? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Кейсы крутятся, керамбиты не крутятся. И мне выпадает еще один скин на оружие под названием АК-47. Ну хотя бы, ребят, хотя бы на этот скин есть фаерстат. Спасибо и за это, ребят. Вот спасибо и на этом. Эх. Ладно, давайте далее. Ребят, не буду тянуть резину. Поехали. Так. А ну-ка. Смотрим, что же не выпадет. Конечно же. Ребят, мои самые любимые скины мне выпадают. П-90. Да и тем более этот скин у меня уже есть. Просто мне везет, я не знаю, ребят. Ну просто выпадает. Одни керамбиты выпадают. Ну там полегче, рандом полегче, пожалуйста. А то я что-то слишком везучий. Давайте далее. Вот если бы, ребят, все лажовое оружие было хорошим оружием, то я был бы просто миллионером, наверное. Так. Конечно же, ребят, ну куда же без скина Injection? Вы же знаете, да, это тоже мой один из моих самых любимых скинов. Вот это АВП Injection и АУХ Injection. Мои два самых любимых скина в мире. Ну, вы поняли, да? Обожаю. Обожаю АУХ. Хоть я его даже не покупал, но я его обожаю. Так, крутим дальше. Ну, хоть счет нормально сегодня выпадет. Ребят, вообще ничего хорошего не выпало. Вообще. Так. Ха-ха. Блин, вот я только сказал про АВП Injection. Вот, ребят, ну просто закон подлости. Вот только сказал, что еще АВП Injection, это мой самый любимый скин, и сразу же он выпал. Спасибо, Рандом, спасибо, Рустам, спасибо, Саша, за то, что вы сделали такие великолепные кейсы. Просто вам большой поклон до земли, мне очень везет. Так, давайте дальше. Мне еще 4 попытки. И что же не выпадет? А ну-ка.
Так, ой, блин! Слушайте, а вот это уже неплохо. Слушайте, ну вот это уже хотя бы что-то, я рад. Хотя бы что, ну хотя бы какой-то нож, да? Хотя бы уже мое сердце, ну, не так стучит, говорит, типа, кентуха, все нормально, ты не просто так задонатил, потому что тебе выпало что-то нормальное. Ну хотя бы, ребят, хотя бы это. Конечно, согласен, было бы круче, если бы было что-то более годное, но хотя бы это. И так что, большое спасибо за это. Идемте дальше. Я уже рад всему. Уже рад любому скину, ребят. После Аугау, Глокау, USP, я уже рад любому скину. Так, идемте дальше. Возможно, началась белая полоса, и прямо сейчас мне начнет вести. О, там был керамбит! Ё-моё, я хотя бы его видел. Хотя бы просто увидел, спасибо за это. P90, обратно тот же самый скин, ребят. Скин на топовое оружие, P90. Ну, как обычно, да, бустер. Обожаю этот скин. Он мне выпадает каждый стрим. Каждое открытие кейса мне, ребят, выпадает этот скин. Обожаю его просто. Фух, поехали. Так. Что же не выпадет? А ну-ка. Ну, керамбитик. Ну, блин. Знаете, один скин хорошо, а два лучше. Конечно же, ребят, я все понимаю, я все извиняюсь, но один по 90 это слишком мало для меня, да? Для такого везучего и хорошего человека, как Кента ПК, один скин на P90, это, ребят, мало. Мне надо два скина, а лучше три. Вот три скина, вот было бы вообще топ. Так, давайте дальше. Ой, я даже вышел. Ну что ж, это наша последняя надежда, и, возможно, ребята, прямо сейчас мне выпадет что-то нормальное. Потому что прямо сейчас я открываю последний кейс. Надеюсь, что вы поставили лайк, написали что-то хорошее в комментариях, а также подписались на мой канал и нажали на колокольчик. Ну что ж, поехали. Так, а ну-ка. Ну что ж, что же мне выпадет? Ну, давай. О, блин, ребята, так близко, мать моя женщина, это было так близко. Керамбит был слева. О нет, ну за что? Ребят, блин, я за это открытие кейса увидел два керамбита. Блин, ну почти упал мне в инвентарь, но я был так близок, ребят. Два керамбита. Ну, почти, ребят, очень почти, было два керамбита, но, конечно же, это же як. Вот кто бы сомневался, что мне выпадет что-то подобное. Вот, ну, нормально, да? Вот какой ютубер такие скины, да, ребят? Кто согласен, там, плюс в комментарии. Ладно. Большое вам всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал, напишите какой-то хороший комментарий. С вами был ваш Кента ПК. Кстати, ребят, если наберем много лайков, то я сниму еще одно открытие кейсов. И вот тогда мне уже точно выпадет керамбит. Ну что ж, с вами был ваш Кента ПК. Всем удачи и всем пока.